2023. Для всех этот год прогремел разного рода событиями, но особенно для нашего региона. Попытка собрать русскую суперкоманду, закат карьеры лучшего игрока в CSGO, уход Na'Vi из СНГ рынка и, конечно же, выход новой версии игры. В преддверии Нового года давайте вспомним главные, самые шокирующие события уходящего 2023 года в Counter-Strike. Ребята, до нашей главной цели в 45 тысяч подписчиков осталось совсем чуть-чуть. Мы будем очень рады, если вы сделаете нам такой подарок на Новый год. А наш вам подарок – конкурс уже в Телеграме. Успевайте принять участие. Ссылка в описании. А я желаю вам приятного просмотра. Год начался с громких СНГ решафлов. Virtus.pro после победы на мейджоре решили убрать Норберта и взять на его место молодого Кайрона. Интерза уволили из К9 и выкупили бустера из ВП на его место, а Бумыч вернулся на про-сцену в составе Ван Вин. Слухи о выходе нового движка Source 2 достигли пикового накала. Главный журналист Counter-Strike Ричард Льюис заявил, что движок реален. Valve активно работали над ним в последнее время, и уже в марте должен состояться анонс. Так и произошло. 22 марта на аккаунте Valve на YouTube один за другим выходят три ролика с нововведениями нового движка. Забавно, что это случилось прямо во время ESL Pro Лиги, и игроки в прямом эфире реагировали на эту историческую новость. Take a seat. You want to show me? Yeah, yeah, let's show you. Let's show you. Let's bring this up. We weren't very prepared, man. We didn't know. We didn't know what was going on. They just right. dropped it, man. Beautiful name. Oh, I can. It's kind of important we have the best player in the game able to talk about the new game. That's kind of a big deal right now. Let's start with that. Yeah. Yeah. So don't worry about the match you just played. Who cares about that? Anybody want to go? Let's talk about what do you want to see? Source 2. We'll show them some maps. The smokes. Show them the smokes. Oh, the smokes first? Yeah, the smoke one is really crazy. Yeah, that's we'll when you can actually see the gameplay. This one here. Okay, check this what out. What the hell? Earlier this year, earlier this year, me and Alex actually got to go and test this. Hugo and Harry were there too, so we can talk you through if you got any questions here of stuff that you might be seeing, mate. We're not experts, but we've played it. But watch these bloom, ready? So check this out. Wow, what the fuck? So these are volumetric smokes now. So like, if you throw these in like upper tunnels, they're gonna go up. Up and out, they're gonna fill the space. And with these, if you throw a HE into it, you can clear the smoke temporarily with a nade, and you can shoot bullets through. But did you actually try this? Yeah, yeah, I swear to God. No, I don't believe. I can show you, man. No, fuck this. What do you mean, man? We're not trolling you. But look, it's going through. There's a hole now. Yeah, when you shoot, there's a hole. And there's no one way. Get him over here, man. Yeah, Blade. Boys, come over here. Blade. Let's get him here. Yeah, Blade. Валера, новый это, иди сюда, быстрее, новый КС. Yeah, he's right, this is important, come on. Let's bring everybody here, everybody needs to see the reload video. Check this out, bit. Source 2. Valve объявили парижский мейджор последним мейджором в CSGO и одновременно анонсировали первый чемпионат мира в CS2 в марте 2024 года – PGL CS2 Major Copenhagen. Одновременно с этим произошло историческое для нашего региона событие. ESL и Blast сняли блокировку с Virtus.pro. Это успокоило всех СНГ-фанатов, ведь крупнейшие турнирные операторы тем самым дали россиянам зеленый свет на мировой арене. Мишки под родным тегом едут на отборочный РМР-турнир к мейджору и совершают там самую шокирующую замену в истории КС. Начав турнир с победы, Virtus.pro проиграли два последующих матча. И внезапно, прямо во время турнира, вызвали кикнутого накануне Норберта, чтобы тот заменил нового Кайрона и ВП сыграли матч на вылет в старом составе. Разумеется, финальный матч медведи также проиграли и объяснили свой пируэт тем, что результат первых двух дней был для них неприемлем. Я снял подробный видеоролик о всей грязи, что творилось в Virtus.pro в течение года, и порассуждал, кто в этом всем виноват. Фанаты Джейма встретили его шквалом хейта, но сам ролик получился очень крутым. Но этот РМР-турнир не закончил удивлять. FaZe Clan, накануне выигравший сложнейшую ESL Pro Лигу, теперь в шаге от того, чтобы не попасть даже в челленджер стадию мейджора. Лучшая команда 2022 года упала в сетку последнего шанса, где их соперниками в матче за один единственный слот на мейджор стали Cloud9, решившие в начале года, что Интерс – причина всех их неудач, а теперь оставшиеся без путевки в Париж. Но на этом сюрпризы этого мейджора не заканчивались, а только начинались. На турнир также не попали Астралис, а в плей-офф не смогли выйти Энс, G2 и Na'Vi.
плей-офф их не пустили Монте. И это был самый позорный матч 2023 года. Во-первых, накануне Нави кикнули SDI, которого быстренько подхватили Монте. Во-вторых, за полгода до этого Simple жестко мошнил и угорал над World 2K, который в ответ пообещал уничтожить Simple на турнире. Саня лишь заровкал над этим и быстро забыл. Что воры пишут? Я написал, что тупой игрок, он пишет: «Take away your ego, because the time will come when I will destroy you in tournaments. Yes, maybe not for the first time, but it will come». Ну, Сань, ну тебе пизда. Сань, скинь IP-адрес, вот, который я тебе скинул. Лобби, пожалуйста, у меня его нет, друзья. Скоро будет новое видео. Я иду за тобой. Да. Поэтому вот это его слова, блядь, ну, для меня это пустота. Но в Париже в матче за слот в плей-офф пришлось вспомнить. World 2K и компания сначала забрали свою карту 16-12, а затем уничтожили Na'Vi на их собственном пике 16-2. На этом сюрпризы мейджора от Blast не закончились. В плей-офф помимо Монте мы каким-то чудом увидели Gamer Legion, Into the Breach и Apex. Первые были в шаге от того, чтобы не попасть даже в легенды, а вторые собрали состав с нуля за неделю до старта открытых квалификаций к РМР. При этом Gamer Legion даже удалось дойти до финала. Ну а чемпионами того турнира стали Vitality. Зайву наконец добился последнего недостающего титула в CSGO и выиграл мейджор перед их с Apex родной публикой. Матч Na'Vi Monte стал настолько значимым и показательным, что спровоцировал дальнейшие перестройки топ-1 и топ-2 команд СНГ, самих Na'Vi и Cloud9. Electronic и Perfecto, осознав на примере SDI, что на Na'Vi жизнь не заканчивается, принимают решение уйти из команды. Ими тут же заинтересовываются за океаном, в русском составе давно испытывающим проблемы. Cloud9 кикают на Фаню и Бустера и приветствуют звездный дуэт из Na'Vi в своем составе. Я за киберспортом слежу лет 7, и на моей памяти ни у одного трансфера никогда не было столько хайпа, сколько у перехода Элика и Перфекта под синие знамена. Суперзвезды, суперкоманда, сильнейшая концентрация игроков в одном составе за всю историю как минимум СНГ региона. Перфекта верит, что этой пятеркой они могут создать собственную эру. И этот решаффл стал как самым хайповым, так и самым провальным. Cloud9 не показывали и 50% от той игры, которую от них все ждали. Потом начались перестройки состава, смена капитана и уход Шира под занавес года. Парни, обращение лично от меня. Приглашаю вас на свои трансляции на Ютубе и Твиче. Я собираю команду для прохода на первый в CS2 мейджор и буду показывать весь этот путь на своих стримах. Кстати, если у вас 2800 элла и выше, вы можете пройти тест. Спускайтесь в описание, ищите ссылку на мой Twitch и Telegram-канал, где вы можете заполнить форму для теста. Там я буду анонсить стримы и рассказывать, как идут дела у команды. В новом году будет жарко. Я смог вертикал, парни, не смог. Кайф. Помню, девчонка удивилась, когда я сказал ей, что я девственник, в следующий день вижу ее слив, какие народ дали. Они хотят мне напомнить, что я никто, что это серая жизнь, а не кино, но я здесь вырвусь. Natus Vincer, оставшийся без огневой мощи, принимает грандиозное для организации решение. Из-за отсутствия на рынке русскоязычных тир-1 игроков, они решают построить новый интернациональный состав вокруг Simple и Бита. Они взяли двух звезд прошедшего мейджора, GL'я и Ime, а заправлять кораблем назначили финского капитана Alexi B. И их новый состав также не добился крутых результатов. В это время Valve релизнули CS2 и IEM Sydney 2023 был объявлен первым LAN-турниром на новом движке. Кроме того, они ввели новую систему MR12. Теперь для победы на карте нужно 13 раундов вместо 16. For over two decades, Counter-Strike has offered an elite competitive experience, one shaped by millions of players from across the globe. And now, the next chapter in the CS story is about to begin. This is Counter-Strike 2.
За день до турнира появляется новость о том, что в составе Na'Vi Blade заменит величайшего игрока в истории CSGO. Сначала все подумали, что Simple не успел на свой рейс в Сидней. Харуми даже заявил, что Simple накурился или забухал. Потом появилась информация, что Саня сам отказался лететь, которую его брат и некоторые порталы попытались опровергнуть, заявив, что у Simple просто проблемы с документами. Однако уже скоро комьюнити потрясло еще больше. Na'Vi подписывают Игоря Вандерфула. И только после этого Simple дал свой комментарий, заявив, что хочет уйти на перерыв, но не прочь рассмотреть предложения от других команд, даже на роль рифлера. Кто убил Simple и что ждет его в будущем? Об этом мы порассуждали в специальном выпуске на нашем канале. Для пользователей нашего сервиса этот год прошел очень продуктивно. Мы выдали 1340 прогнозов со средним винрейтом в 75% и подняли стартовый банк на 565%. То есть, начав ставить с нами условно с 50 тысяч рублей, сейчас на вашем балансе было бы больше 300 тысяч. Но начинать можно и с меньшей суммы, а первые 10 дней получать прогнозы вообще бесплатно. Переходите по ссылке в описании, вводите промокод NG2024 и убедитесь самостоятельно в результативности нашего сервиса. Октябрь выдался очень насыщенным на шокирующие события. В начале года Heroic перевели в запас своего безумного капитана Кэддиана. А вскоре стало известно, что инициаторами этого кика стали Ставн и Яби. И все бы ничего, хотя, конечно, странно. Heroic казались всем большой семьей, и игроки вот так вот поступают. Но то, что произошло дальше, окончательно сбило всех с ног. Ставн и Яви заявили о своем желании перейти в Астралис. И это уже после того, как они исключили Кэддиана. Комьюнити прозвало этот дуэт самым крысиным на про-сцене, а мы выпустили подробный репортаж об этом, который также стоит посмотреть. В эти же дни фанатов СНГ взорвал еще один инсайт. Бумыча хотят подписать в Cloud9 на место Хоббита. Все обрадовались возвращению легендарного трио из Na'Vi 21 года, но быстро расстроились. Инсайт был опровергнут. Однако спустя 3 недели Шира, топ-3 снайпер мира, объявляет о своем уходе из Cloud9. И моментально на замену подключается Бумыч, которого потом таки подписывают в К9. Началась новая, уже третья по счету, эра Cloud9, и, как и две предыдущие, сразу же закончилась. К9 стрельнули на одном турнире, дойдя до полуфинала, но с треском провалили все остальные. А вот у FaZe Clan, начиная с того же октября, с АМ Сиднея, дела пошли куда лучше. Команда, которая потеряла себя на закате CSGO и которая была в шаге от того, чтобы вообще не попасть на последний мейджор, в CS2 начинает выигрывать турнир за турниром. It's Brokey with a lightning fast opening. Elias did not see that one coming. Keeping it dynamic is Brokey. 1337 indeed. And there's another for the AWPer. Oh, and he's not, is he? He wouldn't. Come on, Brokey. He really, that's enough. He really does. He's getting flashed in. Oh! Oh, Brokey! Let's go! No way! Absolute insanity! FaZe Clan 7! Стрик из 18 выигранных матчей, 3 чемпионата подряд и 2 вторых места на следующих. Роб стал лучшим игроком в CS2 и получил 2 награды MVP подряд. У команды получается буквально все. Они играют в идеальный CS и отлично друг с другом ладят. И вдруг FaZe Clan покидает Twists. Никто не понимал, как, зачем, все же настолько круто, насколько вообще может быть. Оказалось, он принял это решение еще до первого турнира в CS2, так как результаты FaZe в CSGO, очевидно, были неудовлетворительными, и канадец хотел играть в более молодой команде, которой для него потенциально могла стать Liquid, собирающая новый состав вместе с Кэддианом, кикнутым из Heroic. И, кстати говоря, этот состав реально выглядит перспективно. Якиндер был ужасным капитаном, сейчас у коней есть яркий лидер и 3 прекрасных стрелка. Вопрос только к Скулзу. Одновременно с этим новостные ресурсы подрывали арабы. Инсайдерам стало известно, что Falcons и Sport, спонсируемые Саудовской Аравией, хотят собрать команду из суперзвезд под своим тегом. Началось с переманивания одного из лучших тренеров в мире и 5-кратного чемпиона мейджора – Зоника. А дальше кого только не пророчили в эту команду – Монеси, Твиса, Шира, Девайса, Ника. The most prestigious one. I'm really happy and I'm speechless of it's been amazing. I'm really proud of the boys, proud of myself, how we handled everything this event. And it's definitely something that's gonna stay and stick in my heart for a long time.
You guys know I'm not leaving, right? Последний даже был очень близок к переходу, но в самый последний момент отказался и остался в G2. В итоге Falcons просто собрали у себя кор игроков из Энс, добавили к ним Мэджиска, оставили Бороса и усилили все это дело нереальным тренерским штабом. Мне всегда нравились Энс, и жаль, что состав распался. Однако троица осталась той же, и я уверен, что Снаппи с Зоником в тандеме смогут хорошо натренировать эту пятерку и удивить нас на про-сцене. Главное, чтобы ребята стакнулись по химии. А вот по возвращению Ника в G2 комьюнити потряс еще один непонятный трансфер. JKS, один из лучших опорников в мире, был кикнут, а на его место пришел Nexa, который последнее время безуспешно занимал слот капитана в OG. Чем им не угодил австралиец? Чем Nexa лучше него? Нахуя G2 второй капитан? Все были в шоке, но, как стало известно после, команде не нравился слишком тихий характер JKS, и они взяли более позитивного Nexa для поддержания атмосферы. На самом деле он просто друг Ника. Ну и, конечно, главным открытием 2023-го стал малыш Донг. 16-летний Данил Крышковец, лучший игрок года по статистике. Да, начал он его, играя на тир-3, но во второй половине года перешел в основу Спирит, где и на тир-2 цифры не стали хуже. We've got Mir down in the water. Support up in heaven. Smoke, though, denies Jame. Oh my god, with one bullet. A nasty tap at a Donk. But remember, his gun is still empty, so if Art Frost goes down, Donk's got problems. Reloads there. And by the skin of his teeth, he comes through to keep Spirit's hopes alive. А с выкупом Шира из Cloud9 за 1 миллион долларов команда вполне может показать себя на тир-1 в новом сезоне. И что-то мне подсказывает, что и там Донг не потеряется. Но ему придется справиться с разного рода давлением. Об этом подробно поговорили в отдельном выпуске про Донга. Посмотрите, почему Данил может не раскрыться в 2024. Ну и наконец, для нашего канала этот год стал прорывным. Мы заходили на YouTube в 2022 с новостным контентом, но он никак не находил своего зрителя. Привет! Это GameSport, меня зовут Тимофей, и я расскажу вам самые интересные новости прошедшей недели. Зайдет выпуск, действуй, поощри видео лайком, подпиской и расскажи о нем другу. Зато Virtus.pro открыли состав PowerFace. В него вошли такие известные варфейсеры, как Антон Монтон, Плюшевое мясо и Мистер Мерседес. Ну а что? А в 2023-м было принято ключевое решение – снимать биографии известных в киберспорте личностей. И хотя поначалу и эта рубрика не приносила никакого успеха, но в феврале мы выпускаем умопомрачительный ролик про историю Дека, который дал старт развитию канала и познакомил вас, дорогие зрители, с нашей командой. Стало известно, что нашего молодого таланта звали играть в топовые команды, такие как Team Spirit, Ants и OG. С каждой организацией у Дэна не срослось по своим причинам. Например, свой отказ перейти в Team Spirit Денис объяснил так. Нахуя мне было идти в команду, где не было состава? Там же один Magix был и плюс 3 тестились. А сейчас Spirit в плей-офф мажора, а я вот с легендой Анастейзом сижу. Мать ебал. Переход Дека в Ants сорвал... В течение года мы пробовали себя в разных форматах. Какие-то, например, освещения хайповых событий заходили довольно хорошо, а какие-то, например, дневнички не очень. В Global Offensive Kerchner... Слушай, еще моментик один. Пошел нахуй отсюда, блядь. На следующий 2024 год у нас большие планы. Оп, оп, оп. Спойлеров вам закинул. В общем, мы будем расширяться по всем фронтам, контента станет больше и контент станет разнообразнее. Спасибо вам за этот год, друзья, за то, что ставите лайки, подписываетесь на канал, пишите комментарии. Я благодарю вас и приглашаю вступить в новый год вместе с командой GameSport.